Футбольный клуб «Минск». Перевели, конечно, родители меня. Решили отдать футбол. В самую лучшую детскую школу перевели в футбольный клуб «Минск». Футбольный клуб «Минск» для меня – это второй дом, это моя семья. Я тут все свое детство, как бы, с 6 лет, вот уже до 21. Хочу, прежде в очередь, дать этому клубу вот трофей, в частности, что-нибудь, конечно, из Лиги Европы было бы отлично. Ну, Кубок Беларуси уже выиграли, помог команде тоже, так что очень рад и будем стараться в чемпионате показывать. Самый запоминающий матч – это, конечно, Лига Европы, квалификация против Льежского «Стандарта». Это атмосфера невероятная. Первый раз в жизни играл при таком количестве зрителей. Атмосфера, шумовые эффекты, вот эти. Просто у тебя силы берутся просто за счет того, что люди так болеют, переживают. Поэтому этот матч был просто великолепный. Забили гол, да, забили гол мячами, сделал запушный гол.